Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами буксом, Викбукс, как-то так называется. Значит, это, друзья, аналог вот этого букса. Я недавно делала видеообзор. Аргон Клик. Точь-точь похож он. Значит, ну, здесь статистика уже более 10 тысяч. Здесь статистика за последние 7 дней. Здесь это все можно перевести и прочитать. Заработок на просмотре веб-сайтов серфинга. Здесь последние 10 выплат от 2 центов. Зарабатывать мы здесь будем в коинах монеты. И монета конвертируется в доллары, а можно и в рубли. На Pair и Perfect Money. Ну, а здесь последние инвестиции. Так как можно покупать планы. Вот в этом я купила план себе за 1 доллар. Мне капает монетка. На данный момент у меня уже 610 коинов. Я вот собираю всю работу и... монетки собираю и серфинг просматриваю ежедневно. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. На почту вам просто придет письмо с вашими регистрационными данными. С логином и паролем приветственное. Вход по логину и паролю. Вот у меня 4 коина. Коинс. Значит, далее что? Идем в настройки. Можно здесь зайти в сеттинг, можно вот здесь зайти в сеттинг, как бы тоже можно загрузить аватарочку. Я вот загрузила аватарку, сюда кликаем, загружаем аватарку. Здесь сменить пароль, здесь прописываем платежные реквизиты. Payer, Perfect Money прописываем, нажимаем на синюю вкладочку, сохраняем. Значит, возвращаемся в мой аккаунт. Здесь наша статистика, домашняя страничка. Также можно добавить средства для рекламы или же купить план какой-то. Ну, заработок, друзья, без вложений. Набираем 120 коинов и ставим на вывод. 120 коинов – это у нас 2 цента. Вывод. Вкладочка следующая. Значит, рубли и USD. Также Pair только... Ой, Perfect Money только USD можно. Вот. Далее можно менять с баланса на вывод, на баланс на покупки можно насобирать, обменять. Как бы вот с баланса на пуша за баланс. Далее здесь апгрейд. Вот план здесь у нас, ну как в том, от 0.1 коина, и вот здесь как бы все описывается. Вот. Это тоже можно все перевести. Я, наверное, куплю себе план какой-нибудь. Я здесь там покупала, ну и здесь приобрету. Здесь просмотр серфинга. Здесь описано, как это работать. Все можно прочитать, перевести на русский. И кликаем. Так, это у нас по 30 секунд, по 20. Есть здесь коротенький. Здесь много. Ну, по 5 секунд. Давайте посмотрим. Кликаем вот на название. Нас перебрасывает на страничку. Ждем 5 секунд. Таймер. Вот идет отсчет. И разгадываем легкий пример. 1 плюс 7, 8. Спасибо, нам зачет.
мы просмотрели. Далее здесь реклам. Рекламку, и кто хочет рекламировать свои проекты, можно закидывать свою рекламочку. Здесь что у нас? Один коин на 5 секунд. Здесь вот, я считаю, это вот у меня 4 коина, и я вот как бы могу перевести на рекламный баланс и загрузить рекламку. 4 просмотра это будет. Значит, заглавие, подзаголовок, реферальная ссылочка, ссылочка на баннер. Здесь у нас переводим на русский. Так, активное окно, конечно же, включить. Плюс одна монетка, значит, уже 2 монетки будет за 5 секунд. И добавить сайт для рекламы, но прежде надо пополнить рекламный баланс. Далее здесь есть ежедневный бонус, кликаем по баннеру, нужно кликнуть, и что нам дадут бонус. Давайте кликнем по баннеру, переходим обратно, и вот здесь вкладочка получить бонус, получаем бонус. И гляньте-ка, идет бонус на баланс для вывода, друзья. А у меня вот в этом бонус идет на рекламный баланс. А здесь баланс для вывода. Так, не туда я зашла. Сюда. Это лишнее закрыть. Вкладочка баннеры находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Господи. Вот партнерская ссылочка. Ну и баннеры. Такой вот баннер. 468 на 60 и 125 на 125. Также можно скачать баннер. Ну и есть как бы ссылочка сразу прямая на баннер. Ну, настройки учетной записи я вам показала. Вот такой вот букс. Хотите работать — работайте. Не хотите работать — не работайте. Буду продолжать делать видео об этом. Как наберу минималку, обязательно проверю на вывод. Пусть это будет 2 цента, но тем не менее на вывод надо проверить. Ну, я думаю, что у меня сомнений нет в том, что он платит. Вот, до новых встреч!